Ильшат, ну что, когда у нас сайт будет выпускаться? У меня уже, я не могу успевать отвечать на все вопросы ВКонтакте, мне нужен сайт. Не, ну, в принципе, почти все готово. Еще два сообщения, вот только что пришло, прям слышно. Почти-то все готово, смотри, скидки, то, что мы хотели добавить. Да, система скидок. Ну, система нормально скидок. Нормально так будет. Ну, я считаю, что ее прям должно быть как-то видно. Не, ну, можно добавить возле баннера сверху. Ну. Да, возле баннера сверху, а на телефонной версии ее будет видно, чтобы люди понимали, что такая хоть скидка, потому что непонятно. Игорь, как ты думаешь? Если зайти на внутреннюю страницу. Игорь, просто. Здравствуйте. Ну что, сайт готов? Мы столько работали и... Вы ролик когда будете записывать? Я не хочу. Ты сядешь, я вот, там, у меня хорошее настроение, я делаю вам всем скидки. Нет, у меня плохое настроение, не хочу делать скидки. У меня хороший, я что-то буду в вашем ролике сниматься. О, точно. Давайте вы снимете ролики. Ну, у меня ж прям глаз завернулся. Отлично, да. Слушай, отличная идея. Надо Михаилу Валерьевичу маму. Конечно, вы же шеф. Еще и в моем кабинете, да, наверное? Да. Ну что, поехали ко мне снимать. Ой, нет, если честно, так неохота ехать, может быть, что время тратить. Давайте здесь прям снимем. Да, ага, среди этого хлама, которого здесь навалено в холле. А что хлам? Что у вас за хлам-то здесь, хлам? Скажите, пожалуйста. Это не хлам, это вообще-то посылочки наши, которые мы подготовили к отправке нашим клиентам. Ладно, это хорошо. Не хлам, это дорогие посылочки наши. Ну ладно, тогда поехали. Ладно, здесь не будем, да, хорошо снимать, да, не будем. Поехали. Хорошо, договорили. Всегда мы в рекламе ожидаем много пафоса, наигранности, каких-то волшебных свойств продукта. Но Лилак не из этой истории. У нас все по-настоящему. Мы просто делаем качественный продукт без пафоса и наигранности. Что у вас здесь за хи***ли лаки? Это для контрола лаки. А вот так выглядит реальная работа с изнанки команды. И мы это не скрываем. Так, что у нас тут происходит? Сайт готов? Ну, почти. А где условия по скидкам? Как раз вот думаем, да, 4% или 5%. Какие 3-5? Вы что, прикалываетесь? 50% сразу всем скидку даем. Какие 50%, Михаил Валерьевич, вы что? Как, а какие? Какие 50%? Нужно, а что, нужно чтобы люди попробовали наши офигенные лаки. Откуда такой добрый сегодня? У меня настроение сегодня хорошее. Нет. Всем 50%, всем 50% скидку ставим, давайте. От. Что значит от? Просто 50%. Не, я против. Сколько у вас, от скольки сейчас 50% скидку даем? 10-20 максимально. Нет, а максимальную скидку 50% мы от скольки даем заказ? Нет, дилерам только. Дилерам только? Вот миллионная. Ну да. Слушайте. Это дилерская скидка какая? Хорошо. Сегодня у нас какое? 15 число, ровно половина месяца. Поэтому объявляем акцию. 50% на полмесяца от 50 тысяч оптовый заказ. Если человек заказывает... Ты покупаешь на 50, получаешь на 100? Да. То есть человек 50 тысяч, если складывает, заказ делает на 100. Если на 100, то на 200 может заказать любой продукции на сайте. Лаки. Нормально. Люди должны попробовать, люди должны получить... Понять, как наш продукт работает. На всю, на педикюрную линейку прополисную, на все нейл-линейку. На одежду тоже надо делать, конечно. На спецодежду для... Че, Котровый тогда еще точно такую же коробку? Да, Котровый уже отправляй, хорош. Котровый еще не... Котровый раньше заказал, вообще скидку. Чем акция сделал. Не, завязывай. Она уже заплатила деньги, и она не попадает под акцию. Акция начнется только... Сайт когда запускаем? Сайт когда запускаем? Сегодня? Все, через сегодня запускаем сайт. И ставим сюда скидку 50 на 50. Акцию. Капец. Погнали. Нечего жадничать. Добрый, да? Что так? Мы работаем. А он пришел 50%. Ставь, Ильшат. Все для вас, дорогие через наши. Все для вас. Отлилак с любовью. Все, через 2 часа запускаемся. Работаем. Продолжаем.